российские черноморские порты оказались перегружены из-за рекордных объемов пшеницы, вывозимой из страны, пишет Bloomberg. Из-за слишком обильного прошлогоднего урожая экспортерам пришлось вывозить продукцию на маленьких судах, которые могли пришвартоваться в Азовском море. И по данным агентства, 20% прошлогоднего экспорта зерна было осуществлено при помощи малых судов, которые загружались в Азовском море. Они использовались для того, чтобы довести пшеницу до Керченского пролива и там погрузить на большие корабли. В 2013 году на долю такого способа приходился всего 1% поставок за рубеж. В 2017-2018 года зерновом году через транзитные малые суда было вывезено 8,8 миллиона тонн пшеницы, больше, чем из крупнейшего в стране новороссийского морского торгового порта. По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рыка, такой способ экспорта в 2017 году стал основным. В конце марта сообщалось, что из-за рекордного урожая пшеницы российские экспортеры столкнулись с дефицитом зерновозов. Проблема обострилась из-за списания четверти вагонов по причине устаревания. В 2017 году Россия побила рекорд 1978 года по урожаю зерна – 132 миллиона тонн. Объем экспорта в 2017-18 годах зерновом году составил 36,6 миллиона тонн. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся.